Один пострадавший у автовокзала, побито несколько машин на Филейке и улице Карла Маркса. В Кирове прошел сильный ливень с грозой и порывами ветра. Под одним из упавших деревьев оказался пешеход. Его накрыло тополем рядом с автовокзалом. Болит что? Спина. Спина? На спину упала? Дело не проехали. На голову упала. Как пояснил сам пострадавший, ничего не предвещало беды. Он пошел в киоск покупать овощи недалеко от своего дома. За пару секунд до происшествия раздался треск. Среагировать на падение тополя мужчина не успел. На место прибыли медики, а мужчину увезли в центр травматологии. Я сижу, радуюсь грозе, но сейчас гроза начнется. И слышу такой треск, сначала такой скрежет. И я сразу понял, что это падает дерево. Ага. Вот. И слышу через секунду удар. Смотрю сюда, дерево уже лежит. Ага. Вот. Понял. Если вот не тот сук, снесло бы тут прямо все. И меня бы, и его мужика бы убило, и ее подочистили, и все. Давай. Я сразу вышел посмотреть. Лежу, я сразу к нему подскакиваю. Ага. А он поднимает живой? Живой. Кто-то едет. Мы вот здесь стояли все. Ага. А это молния или ветер? Молния, ветер. Гроза и это все. Деревья попадали и в других районах города. Такой же тополь, например, раздавил несколько машин на производственные 3. Людей, к счастью, в момент падения рядом не было. Без пострадавших обошлось и на улице Свердлова. 2 припаркованные машины помяты березой. Владельцы уже подсчитывают ущерб. И крыша замяла, и стекла выбило, капот, все полностью вообще. Нет, неизвестно еще. Надо убирать дерево, после этого смотреть. Там, может быть, просто даже не подлежит восстановлению, если убило геометрию кузова. Хорошей реакцией может похвастаться водитель на улице Загородной. Вовремя отвернул от падающего дерева, а на улице Карла Маркса, по предварительным данным, из-за резкого порыва ветра с балкона 91-го дома выпали оконные рамы и прямо на автомобиль. Из-за грозы в некоторых районах города отключена электроэнергия. На некоторых остановках снесло крыши. В горадминистрации заверили, работы по ликвидации последствий начались. Все деревья будут убраны в ближайшее время, а остановки отремонтированы.